Друзья, рад всех приветствовать. Сегодня время компактных рабочих ножей. Давненько у нас не было его в свободной продаже. Я имею в виду нож Сокол. Вашему вниманию. Освободился из заказов. Кому интересно, пожалуйста. Цельнометаллический клинок. Full Tang. Кованая сталь. H12MF. 61 единица. Термичка клинка. Спуски клином. Прямые от обуха. Хороший резачок будет. Финиш мелкий сатин поперечный. Рукоять накладки дерева венге, проставки фибра, монтаж на трубках. Темляк с бусиной будет с ножом. Размеры, друзья, 210 общая длина, 105 клинок, 31 ширина, тройка обух и плавно на сужение. 4200, друзья, по стоимости. Вот такой компактный красавчик. Абсолютно полностью рабочий, уже не раз подтверждено владельцами, как шкурник, пожалуйста, можете использовать, да, например, без проблем, как походный нож для туризма. Ну, что, не приготовите вы им продукты, пищу, салат не покромсаете или там курицу не разберете, да разберете запросто. Вот, ну и также для тех, кто любит работяг покомпактнее, пожалуйста. Напоминаю, такая есть поговорка: чем опытнее охотник, тем меньше у него нож. Естественно, с ножными. Кожа, тиснение, два подвеса, кобурная застежка, фиксация. И вот так сидит в ножнах. На момент публикации, друзья, пожалуйста, в наличии.